С понедельника, 28 мая 2018 года, на канале НТВ начнется премьерный показ сериала «Мельник». По предварительным данным, сериал состоит из 16 серий. В данном видео вы сможете узнать сюжет и краткое описание серии сериала «Мельник». В качестве куратора и фактического руководителя операции к «Мельнику» представляют сотрудника Федеральной службы безопасности, полковника Виталия Свиридова. И в тот же день в группу по розыску сбежавших входят еще два человека. Это лучшие друзья майора, бывшие коллеги по уголовному розыску, а ныне сотрудники охранных фирм. Опытный и рассудительный майор Андрей Андреевич и балагур и бабник Всеволод Громов. Безжалостный серийный убийца Питон, профессиональный киллер Ботинь, бизнесмен Малиновский, убивший супругу, вор-рецидивист Скидан по кличке Колыма, банда братьев Цаков, угонщик автомобилей, сумасшедший математик, покушавшийся на жизнь сына известного бизнесмена, и банда отморозков Воронова. Все они – возможная угроза жизни для десятков ни о чем не подозревающих людей.